Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ненавидишь болеть. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас будет рубрика «Огромная пушка против лего-самолетов». Привет всем, господа хорошие! Что ж, сегодня мы будем сбивать самолеты вот с помощью вот такой вот артиллерии. Ты посмотри, какая пушка охеренная. Да, я вижу, охереть, какая-то артиллерийская пушка. Посмотрите, какой длины она, ёпа-мама. Посмотри, все по культуре, стабилизаторы, все есть, смотри. Да, я вижу, да, такая передвижная, в общем-то, артиллерия, друзья. Сегодня мы посмотрим, насколько она мощная и как она быстро будет уничтожать наши самолеты. Так, ну ты давай, иди садись за птичку, а я пока пристреляюсь. И, в принципе, ребят, мы решили, что будем стрелять сегодня с прицела, дабы увидеть больше самолетов, ну и, в принципе, больше их позбивать. Ну да, да, поэтому будет интересно, друзья, не забываем ставить лайкусики, ну а мы начинаем, в принципе. Я начинаю взлетать, надеюсь, у меня все получится, самолет вроде как хороший. Не, самолет вроде реактивный там должен быть, но знаешь, в чем проблема у этой пушки? Проблема в том, что впереди себя она стрелять не может. Да. Бум! Ладно. Да ладно, нифига ты увернулся. Красиво? Красиво! А, быстрее крутись, быстрее крутись! Красиво? Джбонь! Не попал! Энтони маневрирует! Маневрирует Энтони! Слишком низко летает. Ты успеваешь? Низко, я буду взлетать. Пушка успевает крутиться, если крутить мышкой и, короче, крутить этим стрелками. Да я ж в тебя попадаю. Во! О, попал, нормально. Во! Скальпель, так сказать, снял. А-та-ра-та-та-та-та! Господи, пушка зашла в себя же самого. Ты меня немножко повредил, да, у меня же что-то с управлением стало. На тебе. Слушай, сложно! Сложно, особенно когда машина прыгает. Если стабилизатор не ставит, я полетел. Самолет падает. На, братан, лови. Давай, короче, знаешь, что не понимаю? Я не понимаю, точка, на которую целиться надо. Прицел здесь, короче, китайский. А левая полоска, вот она оттуда стреляет. Господи, что за танцы? У-ху! Ой, у меня там покрышка лопнула, братан. Где? Да я лечу, что ли? Где я? Я, говорит, лечу, что ли? Я на пузе валяюсь, я понял. Я сломал систему. Так, давай без стабилизатора попробуем. А где ты есть? Да я летаю, братан, пытаюсь выживать, так сказать. Я тебя не вижу. Нигде. Сейчас я прилечу к тебе. А, нифига ты там лазишь где-то. По холмам, по горам. Ты вроде на самолете, братан. Я нормально все, я лечу тебя уничтожать сейчас. И-ху! На тебе, ёпа-мать. Ёпа-мать, я выжил. Блин, ну это, слушай, сложно. Я думал, что с этой пушки будет попадать попроще, но снаряд летит немножко по дуге, то есть баллистика есть какая-то, и непонятно куда. Вот в чем прикол, ну, сам, да, да. Так, ладно, я взлетаю. Тебе надо попасть так, чтобы я, короче, не смог больше взлететь. Мне надо вообще попасть. Она прыгает, скачет. У меня вот снаряд летает, и вроде летает хорошо, прям в тебя. Иху! Господи, как пушка Юрка, скачет. Я здесь. Я вижу. Такое ощущение, что у тебя слишком длинный писюн, но он, короче, все подряд задевает. Вот, примерно задевает такое ощущение. Подряд. Просто прям не могу. Ну что, я тебя задел, что ли? Да при чем здесь ты? Он сам, короче, скачет, прыгает, багуется. Ну смотри, я разворачиваюсь. Я, но не очень хорошо летаю. Ты слишком поэтому... далеко. Во-во-во. Я и так-то попасть нереально. Господи. Ну, тогда мы будем попадать, брат. Господи. А-а-а! Я вообще не понимаю, что с пушкой. Она прыгает, она багуется. Сейчас Юрка бомбанет, по-моему, у нас. Так, блин, ну это сложно. Пора, короче, уничтожать, друзья, в общем-то, нашу пушку. Я думаю, да. Думает он. Самое интересное, что в тебя попало, а расчехлить не получилось до конца. Ну, ты один раз попал, и то там скользом. Сейчас я тебе покажу, как надо расчехлять. На тебе! Нихера себе, в морду прям! Ты просто взорвался сам в воздухе, это было красиво. Охренеть, вот это жестко, да, было сейчас. Блин, от твоего взрыва, короче, прям бочки взорвались, то есть небоскреб чуть-чуть упадет. Да-да-да, охереть, а я улетел куда-то вообще под карту. Блин, ну это было красиво. То, что я тебе попал, видимо, дуплетом прямо в башню, сказалось-то тебе. Ну, естественно, да. Я там подлетел очень близко, и ты мне просто вдарил.
Блин, шайтан машина, вообще сложно на ней. Шайтана. Короче, ты сейчас, в принципе, сам все узнаешь, поэтому погнали. Блин, ребята, у меня, короче, лазер-джет какой-то, довольно-таки маленький такой гражданский реактивный самолетик. Мне прям вообще нравится. Ты, а нахера ты маленький-то взял, слышь? И так тяжело попасть, ты еще на маленький будешь гонять. Не, ну он не настолько маленький уж. Так я вижу его, это просто какой-то истребитель там. Ну нет, это не истребитель. И он, кстати, помедленнее будет твоего, да, прошлого. Воу! Попал, что ли? Нет. Блин, я думал, попал, прикинь. Там снаряд, снаряд непонятно как летает, поэтому этот. Да я вижу, как снаряд летает, вроде нормально. Я пристреливался очень долго. И это, кстати... Та-та-та-та-та-та! Да, почти попали. На! Ты взорвался, что ли? Пилот не справился с управлением. Я понял тебя, окей. Что с тобой не так? Это, блядь. Господи, да что он полыхает-то, алё? Юры, что-то не удалось сегодня, по-моему. Просто горит, ты видишь этот самолет-призрак? Я, да. Нет, я вижу, он стоит просто, я по нему стреляю. Ну, потому что не летает больше. Алло. Алло, говорит. Алло. Алло, салам алейкум. Господи, он просто горит, какого хера? Давай догорай уже. Во, нормально. Где ты вообще? Я этот, жопу тушил свою. Все нормально, все продумано. А где ты вообще? А, взлетаю. А, вон, господи. Блин, это было реально сложно, я вообще не понял, что происходит. Не, ну у тебя мега какой-то быстрый, по-моему. Да тебе кажется. Воу. Аж деталюшка какая-то отвали... На! Нет, рядом. Это кажется, что... Ух ты, выше, выше, выше бьешь. Нормально. Прям вообще прям... прекрасно снаряд. Ноу сигнал, это что значит? Я слышал, как у тебя жопа бомбанула. А что за фигня? Не знаю. Да докрутил, да-да-да. А, походу я в себя выстрелил, да? А ты случайно в эту не стрелял, в бочку? Ну, я говорю, в себя, походу. Ор. Так, я разворачиваюсь. Лечу на тебя. 3 секунды, полет нормальный. Блин, ну что ниже-то беру, а? Сейчас выше возьмем. О! На! О, воу! Летит! Дырка прям, ну летит! Ты понял, ты в него попал? А, еще раз! Да-да-да, ты в него попал, и прям он как будто остановился в воздухе. Да-да-да, я вижу, блин. Блин, сложно. Но я так маневрирую, по кругу пытаюсь летать. Да, господи, попади ты уже, братан! Братан! Выше! На! О! Господи, попал, блин! О! Просто красотища какая! Красотища была! Ты понял? Ты жестко попал в этот, в перекрылку, или как его там называют, который за стабилизацию по высоте отвечает. Да, да, вот ты, это чист, было ты красиво. Понял? Ты, получается, даже не крыло мне сломал, а чисто ее отбил, вот эту маленькую, и все, и минус управления сразу. Вообще по красоте просто вдарил прям как надо, а. Да, души залетело. Ой-ой-ой. Блин, ребят, пишите в комментариях, что думаете, а мы сделаем сейчас еще один заход. Да, погнали. Так, ребят, ну что, у нас тут, короче, несанкционированный доступ в небе Лего Сити на какой-то херне. Господи, какой медленный, это жирный воробушек для тебя, брат. Да я вижу. Просто на изи надо его сбивать. Воу! На тебе! По пузику, почесал пузика. Почесал пузика, у тебя там, кстати, минус шасси все абсолютно, которые были. Давай, давай, давай. Я разворачиваю пушку, и чувствую, надо было в другую сторону разворачиваться, где-то там есть. Ты что там, летаешь низко? Смотри, воробей, что творит, слушай. Господи. Я тебе пушку. Ты как сюда залетел вообще, братан? Ты как сюда залетел, братан? Я не знаю, брат, я просто над тобой круга два сделал. Вообще прикольный самолет, слушай. Блин, ну это было изи, давай подальше улетай. Конечно, изи, я просто угорал, я вообще на тебя хотел посадить его. Ну ты и посадил на меня. Ну, блин, пушку мне там пощекотал немножко. Да-да, я пушку задел нормально там. Пилот-мазохист, я понял. Не, ну прикольно просто вот так это. Блин, мне интересно, зачем автор сделал вот эту антенну сюда? Она же вот мешает пушке проходить. Он очень медленный, короче, знаешь, так вальяжно взлетает, так, ну вообще. Ты выше бери. Да я беру, сейчас подожди, он же разгоняется еще. Я даже не вижу тебя там. Вот. Сейчас воробушек взлети, подожди. Воробушек жирный, жирный, здоровый. Такой. Ой, как он взрываться будет, наверное. Так,
Ну, кстати, не сказал бы, что прям сильно взорвался так, когда я в него попал. Ну, он, наверное, без реактивных двигателей, поэтому. Ну да. На тебе, вроде попал. Пойди, пойди, не... нет, ты не попал, я, блин, с управлением не справился. Блин, я вижу твой ник, но я не могу в тебя попасть. Воробушек, ну, брат, ну, чё, бензин заканчивается? Чё, всё, приземлился, что ли? Ой. Господи, я в тебя попал, что ли? Да. Каким образом? Но это не повлияло на меня, у меня он почему-то это, подожди-ка, ну-ка, дай-ка я разгонюсь. Блин, ещё. Ну, тебе надо выше взлетать, я потому что не могу прям, я стреляю прям по уровню кабины. Сейчас, сейчас взлетим. Сейчас надо разогнаться посильнее, короче. Давай, давай, давай. Во. Пошла жара. Давай, роднуля. Ребята, вы в комментариях пишите тем временем, за кого вы больше болеете, за пушку или за самолет? Пушка или самолет? Конечно, за самолет, за воробья надо болеть, ребята. Да ты не воробей, это жук какой-то, который взлететь не может. На воздухе, да. Ну, ему надо разгона побольше, видимо. Ну вот, вроде нормально, вверх лечу потихоньку. Да я вижу. Что, сбивать, не сбивать? Ну ты пробуй, что? Да. Ты... Нихера себе, дырка чё? Просто. Писюн, ты чё попутал? Ты слушай, он парашют раскрывает. Тебе надо было парашют открывать, братан. Да-да, надо было спасаться. А я, кстати, живой. В смысле ты живой? Я не умер. Почему это? Ну я вот там в сидушке сижу. Что это значит в сидушке сидишь? Ну значит то, что я на соседнем здании у тебя. Я вообще даже не отрубился, вот он я. Вот ты упал рядом со мной. Вот он, вижу, видишь, живой. Да, да, вижу, я видел, как ты на сидушке падаешь. Так, я понял, что ты хочешь сделать. Я убегаю. Я сел рядышком с тобой. Братишка, нормально все. Эй, ты самоубийца, херов. Охереть. Самая главная цель — уничтожить пилота. Да, да, да. И самому уничтожиться, да? А что, неплохо. Слушай, ты не поскреб, смотри, стоит до сих пор. Да вообще нормально стоит. Ну, в смысле стоит? У меня он упал. А у меня стоит. Я понял. О, падает только. Падает, падает только сейчас. Только падает. Вот мы уже давно как бы упали, братан. Господи, вот это брик-рик, ребятки, а. Рассинхрон форева, как говорится. Короче, ребята, такая серия была. Большая пушка против самолетов. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии. Нихера, я с дома на дом перепрыгнул. Ты видел? Я вижу, да. Паркур, мать вашу. Блин, ну ладно. До скорой встречи, ребят. Пока-пока.